Каждый энергетик – это сотрудник отрасли жизнеобеспечения. И здесь профессия обязывает как никогда беречь здоровье от коронавируса. В регионе продолжается прививочная кампания. Получить вакцину от коронавируса можно и на рабочем месте. На Самарской ГРЭС, например, прививочный кабинет организован в местном здравпункте. Помимо основных мер нераспространения коронавируса, проведения дезинфекции, обеспечения масками и прочих мер, которые позволяют остановить распространение, мы сейчас делаем акцент на защите наших сотрудников. Прививки делают медики из выездной бригады. Предприятия откликнулись очень живо на эту идею, потому что мы выезжаем предварительно, прочитав лекцию. После этого выезжает уже позднее бригада. Бригада в составе врача, медсестры и регистратора выезжает на предприятие и непосредственно уже с работой предприятия на территории именно этого предприятия, создав тем самым удобство, организуем прививочную кампанию. Вакцинация бесплатна и добровольна. Получить прививку на рабочем месте может каждый сотрудник предприятия. Род моей деятельности подразумевает под собой общение с большим количеством людей. И в связи с этим, конечно, есть риск заболеть этой болезнью. Ну и, конечно, думала прежде всего о своей семье, чтобы не заразить своих близких. Сегодня на предприятии первым компонентом вакцины привились 100 человек. Второй этап прививки им предстоит пройти через 21 день. Всего же на Самарской ГРЭС привиты уже почти 40% сотрудников. Ольга Хамракулова, События.